мелочей таких и состоит. Многие люди более серьезные вопросы поднимали, но мне как тренеру, для меня этот вопрос важный. Я хочу свою команду видеть на поле, а не с обменными в самолете. И это можно сделать, разделить, провести отдельные турниры, потом соединиться вместе. Ну, можно провести еще даже более интересный чемпионат без, ну, качества футбола какое будет, если вместо того, чтобы в аэропорту сидеть, они будут на поле тренироваться. И молодежь почему у нас пропадает? Пока они в школе, они тренируются каждый день, они там повышают технику, тактику, физику. Потом они попадают в дубы, уже вынуждены летать, переезжать, ждать, не дай бог, задержки какие-то. У них просто тренировочных часов мизер. Конечно, они не вырастают, конечно, они пропадают. А как это было в советское время? Вот страна же еще больше была. Ну, то же самое проблема была. Была проблема. Ну, советское время-то когда было? Брать за основу советское время, то тоже далеко не уедем. Мы тоже, ты знаешь, мы даже на поезде, на большой остановке между поездами бегали, проводили беговые упражнения. В квадрат, задержка самолета, находили где-то, нас гоняли, квадратик на асфальте набрали. Так что в советское время не показатель для нас. Надо идти дальше.